Сделали вот такое крепление для пина. Все гладенько, лег. Блин. Легкая конструкция. Используется родная кобура. Каких-то прям вибраций особых вроде как нет. Ну, на окопе мы таким макаром-то не машем. Металлоискателем. Вполне надежно. Время покажет, конечно. Использованы металлические полукольца. Стягивается это дело винтами. Требуется одна отвертка и все. Больше ничего. Спасибо за внимание.